Многомиллиардные контракты. Главный итог первого дня Всероссийского форума «Армия-2016». Министерство обороны уже подписало с поставщиками соглашение на 130 миллиардов рублей. Возможности современного вооружения демонстрируют во всех четырех военных округах и на Северном флоте. Например, в Новосибирске свое мастерство показали бойцы спецназа воздушно-десантных войск. Они устроили засаду для обезвреживания колонны противника. Говорят, успешно выполнены задачи. Оперативная группа заблаговременно и скрытно располагается на путях движения противника. По воздействию на противника существует три проблемных задания. Зачистки автомобилей и захватов. В это время их поддерживают огнем по курсу огневой поддержки. Любой желающий может подержать в руках образцы вооружения, что тоже немаловажно. Ну а после дегустации блюд полевой кухни можно отправиться в пункт отбора на контрактную службу. В Самарской области группы спецназа провели операцию по уничтожению условного бандформирования с помощью танкового взвода. Кадры из Самарской области, но теперь я расскажу дальше, что показательные выступления по рукопашному бою прошли и на полигоне в Ростове-на-Дону. Здесь же свое мастерство продемонстрировали танковые штурмовые подразделения и боевые вертолеты. Смотрим. Ребят, ну вы как будто я...